Дорогие мои братья и сестры в исламе, я получил сообщение от одного брата, и сейчас я просто прочитаю вам это сообщение. Ассаляму алейкум, брат Тауфик. Это мое, скорее всего, последнее сообщение вам, так как я лежу здесь в ожидании своего последнего вздоха. Возможно, это последний раз, когда я вообще собираюсь писать кому-либо, и я подумал, что напишу вам, что, возможно, когда вы будете давать уроки для своей аудитории, надеюсь, вы сможете рассказать людям о моей последней лекции. Вы знаете меня уже долгое время. Я являюсь обычным мусульманином, старавшимся совершать свои молитвы, старавшимся держать пост в месяц Рамадан, молиться и совершить хоть однажды хадж в своей жизни. Да, у меня есть дети, но я никогда не смотрел за ними. У меня была жена. Она не отличалась особой праведностью, и не за это качество я выбрал ее. Мои дети выросли, не получив достаточных знаний об исламе. И я здесь в ожидании своего последнего часа, так как жизнь моя завершается. И я умираю от рака предстательной железы, относительно которой врачи сказали, что я не доживу до следующей недели. И, будучи в ожидании ангела смерти, у меня на уме только одно слово. И это слово – сожаление. Я так сильно сожалею обо всем том, что хотел сделать. Я хотел выучить Коран, но не сделал этого. Я хотел ездить на хадж каждый год, но не сделал этого. Я очень хотел обнять свою мать, но ни разу не сделал этого. Я хотел научить своих детей исламу, Корану, и чтобы они стали праведными людьми, но не сделал этого. Я хотел дожить до еще одного месяца Рамадан, но уже не сумею. Я бы хотел быть сейчас в Масджид-аль-Хараме, но этого уже не будет. Я так хотел бы знать больше сур Корана, чтобы читать, но не знаю ничего, кроме Аль-Фатихи и еще одной или двух сур, которые я читаю каждый день. Никто не будет помнить меня, кроме вас. И, возможно, моей семьи, если у них будет время, до того, как они разделят мое имущество. Друзья оставили меня. Семья не вспомнит обо мне. Я не оставлю в этом мире ничего из хорошего. И клянусь Всевышним, все, что у меня будет, это добавление еще одной могилы на этой земле. Я твой брат, мусульманин Мухаммад.